50 оттенков серого. Сюжет 9. Christian. It's been nice knowing me, has it? Было приятно познакомиться со мной, не так ли? Let me remind you how nice it was. Позвольте мне напомнить вам, как это было приятно. Is this what you want? Это то, чего ты хочешь? Don't make a sound. Не издавай ни звука. Was this nice? Было ли это приятно? That was really nice. Это было действительно приятно. What are you doing to me? Что ты со мной делаешь? What about here? А что здесь? Why not? Почему нет? Is it breaking the rules? От нарушения правил? Speaking of which, говоря о каких? I haven't made up my mind yet. Я еще не приняла решение. You're not staying? Ты не останешься? I told you, I don't sleep with anyone. Я же говорил тебе, я ни с кем не сплю. Well, we can negotiate. Ну ведь мы можем об этом договориться. Message. I have some issue with the paperwork. У меня есть некоторые проблемы с этим документом. Message. I'd be disappointed if you didn't. Я был бы разочарован, если бы ты его не подписала. Shall we discuss over dinner tonight? Может, обсудим за ужином сегодня вечером? Message. As this is a contract, I'd like a business meeting. Так как это контракт, я бы хотела провести деловую встречу. Message. Fine. I'll wear a suit. Прекрасно. Я надену костюм. Message. I'll be wearing a burlap sack. Я буду одета в мешок для картошки. Now that's a hell of a sack, Miss Steele. Так вот, какой ваш мешок для картошки, Miss Steele? Business meeting. Деловая встреча. Impressive. Производит впечатление. I've done this before. Я уже делал это раньше. Business meetings, I mean. Деловые встречи я имею в виду. Miss Steele, your meeting? Вам слово? Page one. Первая страница. Strike out my old address and replace with the new one. Вычеркните мой старый адрес и замените на новый. An oversight. Duly noted. Недосмотр. Это тщательно записано. Page 3, section 1520. Третья страница, раздел 15, абзац 20. The submissive shall admit. Submissive должен подчиниться. To any sexual activity demanded by the dominant. Любой сексуальной активности, требуемой доминантом. And shall do so without hesitation or argument. И должен делать это без колебаний или споров. Turn to page 5. Откройте пятую страницу. Appendix 3. Soft limits. Приложение 3. Мягкие ограничения. With you. Я следую за вами. Find anal fisting. Найдите анальный фистинг. I'm all ears. Я весь внимание. Strike it out. Вычеркните это. Strike out vaginal fisting too. Вычеркните также вагинальный фистинг. Are you sure? Вы уверены? Yep. Да. Same page. На той же странице. Is the use of sex toys acceptable to the submissive?
Приемлемо ли для сабмиссива использование секс-игрушек? Vibrators? Окей. Dildos? Fine. Вибраторы? Ладно. Dildo? Хорошо. Gentle clamps? Absolutely not. Генитальные зажимы? Точно нет. Consider them gone. Считайте, что их нет. What are butt plugs? Что такое анальные пробки? You must go through quite a few non-disclosure agreements. Вы должны пройти довольно много соглашений о неразглашении. My staff know only what I choose to tell them. Мои сотрудники знают только то, что я решаю им сказать. Please resume, мистер. Пожалуйста, продолжайте, мистер. Also, on page 5, there are some terms. Также на пятой странице есть некоторые термины, which need clarification, которые нуждаются в разъяснении. Suspension – подвешивание. Hanging on ropes from the ceiling. Висеть на веревках, свисающих с потолка. For what possible reason? По какой возможной причине? For your pleasure. Для твоего удовольствия. Really? На самом деле? And mine. И для моего. Something to consider. Кое-что, что нужно обсудить. No. Hard limit. Нет. Жесткий лимит. Is bondage acceptable to the submissive? Приемлемо ли связывание для сабмиссива? I'm good with rope, leather cuffs, handcuffs. Я согласна с веревкой, кожаными манжетами, наручниками. Please loose tape. Пожалуйста, исключи клейкую ленту. And what's other? И что такое другое? Cable ties. Кабельные стяжки. Can I just say? Могу ли я просто сказать? How impressed I am with your commitment to this meeting. Насколько я впечатлен вашим ответственным отношением к этой встрече. And in that spirit, I'm gonna throw in a sweetener. И в этом же духе я собираюсь накинуть кое-что на сладкое. How about once a week, on a night of your choosing? Как насчет того, чтобы раз в неделю, в ночь по твоему выбору, we go on a date? Мы ходили бы на свидание. Just like a regular couple. Совсем как обычная пара. Dinner, movie, ice skating. Ужин, кино, катание на коньках. Whatever you want. Все, что ты захочешь. Accepted. Согласна. You're very kind. Вы очень добры. I suggest it in Appendix 5. Я бы предложил добавить это в пятом приложении. I would like to fuck you into the middle of next week. Я хотел бы заниматься с вами любовью с середины следующей недели. You're not fighting fair. Вы сражаетесь нечестно. I never have. Никогда такого не было. I'll review all these changes and try to arrive at a decision. Я рассмотрю все эти изменения и постараюсь принять решение. You wanna leave? Вы собираетесь уходить? Yes. But your body tell me something different. Но ваше тело говорит мне кое-что другое. Your legs, for instance. Например, ваши ноги. The way you're pressing your thighs together under the table. То, как ты прижимаешь свои бедра друг к другу под столом.
And the change in your breathing. И изменения в вашем дыхании. And in your complexion. И по цвету вашего лица. My complexion. По цвету моего лица. You're flushed. Вы покраснели. That could just be the wine. Это должно быть вино. It's the adrenaline. Это из-за адреналина. Say, I did stay. Скажем, что я действительно осталась. What would happen? И что бы произошло? First, во-первых, I would help you out of that little dress of yours. Я бы помог тебе снять это твое маленькое платьице. Yes, да. And I'd be pleased to discover that you're naked underneath. И мне было бы приятно обнаружить, что под ним ничего нет. Really, на самом деле. Then I would bend you over. Тогда я бы нагнул тебя. Right here. Прямо здесь. Yes. On this table. На этом столе. Yes. Thank you for the meeting, Mr. Gray. Спасибо вам за встречу, мистер Грей. This is me. Это я. Didn't know I was a collector for classic cars, huh? Не знали, что я коллекционирую классические автомобили, да? You sure? I cannot persuade you to stay. Ты уверена, что я не смогу убедить тебя остаться? Good night, Christian. Спокойной ночи, Christian. When will you know? Когда ты будешь знать? Soon, maybe. Скоро, возможно. Why do I think you're telling me goodbye? Почему я думаю, что ты как бы прощаешься со мной? Because I'm leaving. Потому что я уезжаю. Чтобы вы лучше запомнили выделенные мною в тексте слова, я вам приготовил специальное упражнение. Как оно работает? Вначале все эти слова с полным описанием пробегут перед вами с интервалом 3 секунды. Постарайтесь в это время запомнить самое главное значение, которое было уподоблено в тексте. Если не успеваете, нажмите на паузу и спокойно прочитайте все описание. В следующем этапе перед вами всплывает английское слово из текста, и вы должны за 2 секунды дать его правильный перевод. Затем всплывает правильный ответ, по которому вы сможете себя проверить, хорошо ли вы его запомнили. И последний этап перед вами всплывает русское слово, которое упоминалось в тексте, и вы должны за 2 секунды дать его нужный перевод. Затем показывается его английское значение. Не отчаивайтесь, если с первого раза вы не будете успевать с переводом. Советую вам сделать это упражнение несколько раз. Это не займет много времени, но зато слова из этого текста глубоко осядут в вашей памяти.
Thank you.